видишь как. Тебе помочь? Помоги. Справку не дам. И не проси. Степан, давай по-человечески поговорим, а? О чем? Ты же знаешь, мне уехать надо. Знаю, что давно надо было тебя сдать, и дело с концом. А ты сдай. Может, орден получишь? Халуйский. Только ты смотри, чтоб вместо ордена тебя никуда не сдали. Не знаю, за плохую работу, например. Они ведь найдут за что. Ты знаешь, Меток, я свой выбор сделал. И по лесам ни от кого не прячусь. Я к Анне ходил, и ты знаешь об этом. Ведь ты, Степан, тоже куда-то отлучался по ночам из отряда, а? Я к матери ходил. Печать не получишь и не проси. А я сам возьму. А ты попробуй. Куда едешь? Из Калинина. Как раньше назывался город? Калинин. А если подумать? Тверь на Волге, который. Точно, там еще Паульса, фашистского генерала, в плен взяли. Никак нет, товарищ старший лейтенант. А где? В Сталинграде. Молодец, Денис Мешко. Историю своей родины нужно знать, помнить и уметь защищать. Куда едешь? В Белоруссию, к дяде. Чего не к родителям? Нет, их погибли. Держи за котомку крепче. Москва далеко. Спрячь. Добрый день. Здравия желаю, господин кадет.
Суворовец? Во. По службе к нам или как? На каникулы. Хорошо. Табачком угостишь? Или не курящий? Угощайтесь, товарищ. Мячеслав, можешь звать просто Меток. О, Беломорканал. Юзеф, хорошо живут советские кадеты. Война кончилась. Жить можно. А это как сказать? Тебя как зовут? Денис Мешко. Какие новости везешь? Да никаких. Да ладно, никаких. Вот газеты везу. Про суд пишут. Про какой суд? Ну какой? В Германии, в Нюрнберге, там, про Геринга. Дай-ка. Постой, а Степану я что ж скажу? Обойдется. Курва. Точно, курва. Что все это значит? Мы с тобой никого не видели, ничего не слышали. Ага. Понял? Божественные заповеди святым своим учеником и апостолом давы, во ежевязати и решите падшие грехи, и от он их, паки мы приемши вины, той же творите, да простит тебе чадо духовное, аще что соделось и в нынешнем веце, вольно или невольное, ныне и Дениска. Пресно, и во веки веков. Аминь. Дочек, приехал, а у нас, видишь, какое горе. Папка тебя ждал очень. И я ждал. И держись, святей твою, покоеваются. И упокои душу раба твоего. Яко, единицы человека льдов. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты и
всі бокси, що ти вату узакованих розрішили, в саму душу раба твоєго упокой. І нині прісний веки віков, амінь, ти не на чистий порушення. Бабушка, кто убил дядьку Степана? Потом, Дениска, потом. Кто? Кто же еще? Больше некому. Он. Кто он? Мячеслав, Хабенихи сын. За что? Потом, внучка. Пошли, пошли домой. Да, ну стой! Стой! Стоять! Не положено! Назад! Стой, кому говорю! Да что же это такое? Отставить! Пропустить хозяйку! Что же это такое? Что же они ищут здесь, а? Извините, хозяюшка. Ни печати, ни пистолета найти не можем. Жаль, очень жаль. Подожди, Суворовец. Придется тебя обыскать. Обыщите. Мешок открой. Вот, нашел. Ну, что там? В кармане что-то есть. Доставай. Развязывай. Придумал же. Печать в кисет. Смышленый был ваш Степан. Это по-нашему, по-белорусски. Печать нашлась. Продолжайте искать пистолет. Есть искать. Господи, из-за вот этой вот болванки... Господи. Погоди. Лишили жизни моего мужа, отдайте мне ее. Я выброшу ее, видеть ее не могу. Успокойтесь, успокойтесь, пани. Успокойтесь. Ваш муж погиб за советскую власть, за родину. Он достоин хорошей памяти, и не забывайте об этом. Ядик, ну тут... Все, простите, мама. Ёдька, Кась, собираемся, уезжаем. Ядик, мама, прости, я не могу больше. Ядик, Ядь, детка. Степан тоже хорош, что он не мог отдать эту печать, но стал бы. Этих печатей ушел бы подонок куда подальше. Мама. Мужики, помяните своего первого председателя. А пистолет верните по-доброму. Продолжайте поиски, пока не стемнеет. Вот все, что от Степана осталось. Все настоящее. Он так тебя ждал. Хотел сам порадовать.
А это что? Это его револьвер. Я его там, в сельсовете, подобрала. Я туда первая прибежала. Выстрелы услышала и прибежала. Стреляли из него. Патрона не хватает. Бабуль, ты почему его капитану не отдала? А чем я тебя от этого нехристя оборонять буду? Не женское это дело мужиков оборонять. Если бы были живы твои родители, они бы так порадовались за тебя. Такой хлопец вырос. Они гордились бы тобой. Если бы не война, будь она проклята. Так что же все-таки с ними случилось? Никто толком не знает. Говорят, с польскими партизанами сцепились, чего-то не поделили. Вместе против немцев воевали. А в конце войны раздоры пошли. Из-за чего? Из-за мешка картошки, из-за куска хлеба могли схватиться. И начали в разные стороны смотреть. Кто на запад, а кто на Москву. Слушай, бабуля... Дениска, трава перезрела. Завтра косить пойду. Поможешь? Конечно, помогу. Это Хабениха, мать его. Все, на сегодня хватит. Может, еще покажу? Хватит, хватит. Давай свою косу. Ну что, тогда на речку схожу? Ты ж смотри, осторожно там. Далеко не заплывай. Не волнуйся, бабуль. Ага. День добрый, пан кадет. Здравствуйте. А надолго ли к нам? На каникулы. А это на сколько? На 10 дней. Всего-то.
Хлопцы! Вы давно на речке? С самого утра. Никого не видели? Того, кого тебе надо, не видели. Мужики, как вода? Как всегда, холодная и мокрая. А вы чьи? Ты что, не знаешь? Чесевы мы. А ты Денис Мешко, да? Суворовец? Верно, Суворовец. Ну что, искупнемся? Оп! Чего подсматриваешь? Да нужен ты мне! Аполлон! Ты чья такая будешь? Тебе какое дело? Денис, ты с ней поосторожнее будь, а то слопочешь. От кого? От Метка, конечно, да она девка не промах. Тихо, тихо, тихо. Ну, тише, тише, не дергайся. Товарищ капитан, нет его здесь. Ну, где он? Да не знаю я. На речке я была. На речке, говоришь? Ну, тогда пока все. Пока все. Ему передай, никуда он не денется. Зачем? А зачем хозяин вообще приходит домой? Метка, уходи. Уходи. Я приду к тебе. Мы встретимся там, на нашем месте. Не уйду я никуда. Они же могут вернуться. А пусть возвращаются. Посмотрим. Тогда я с тобой. Я не партийный, а они. Мы тебе доверяем. На кой черт мне их доверие?
Я их доверием детей не накормлю. Я их сейчас видел. Где? На речке вместе купались. Угу. Кто приехал? Капитан со своим войском. Метку в гости пошли. Черта с два они его там найдут. А где найдут? А хрен его знает где. Ходит кругами. Печать ему нужна. Зачем? Подержи. Без паспорта сейчас никуда. Куда сейчас без паспорта? А чтобы его получить, справка нужна из сельсовета. С места жительства. А кто ему даст? Вон есть указание свыше. Крестьян из деревни не отпускать. Работать некому. Пистолета так и не нашлось? А, случайно. Если что, дай знать. Телефон у Чеся. Да. Чеслов. Вот тебе ключ от конторы. Бери, бери, власть. Пока дают. Значит, не знаешь, где пистолет, да? Да, вы разговорчивая. Ладно. Разбирайтесь сами. Вот тебе это надо, Суворец? Одного бандита брать тяжко. Если их человек 100, то тебе дадут и самолеты, и людей с собаками. А тут как и с волком. Облава нужна, герой. Почему я? Не Винцус, не Зигмантович. Никто другой. Почему меня выбрали? Доверяют, значит. Thank you.
Чего тебе здесь надо? Где он? Дома сына нет. Из-за вас нехристи. Можешь меня пристрелить. А сына не трожь. Не твоего ума это дело, сопляк еще. Говорила в лес не ходить. Бабушка! Говорила! Ты чего? Бабушка, не волнуйся ты за меня. Денис. Я осторожненько хожу. Денис, миленький, нельзя тебе в лес ходить. Ну там же война эта проклятая. Ага. Молодец. Бабушке помогаешь? Хорошо. Пойдь сюда. Вот лось в лесу подорвался. А я как раз мимо проходил. Дай, думаю, мясо-то возьму. Чё пропадать? Так что приходи на свеженину, угощу. Кое-что про метка расскажу. Кое-что я и сам знаю. Как хочешь. Эх, бабушка, твои бы щи да нам в училище. Да разве же это щи? Постные. Мясо бы сюда. И без мяса вкуснотища. Спасибо, бабушка. На здоровье. Пойду дружка отвяжу. Сегодня на сеновале посплю. Зачем на сеновале? Тут ложись. Детство вспомню. Денис, этот нехристь ходит вокруг, шатается. Не волнуйся. Ой. Послушай, завтра пораньше встать надо. Угу. Делянку докосить, пока погода хорошая стоит. Ты ложись, я высплюсь. Не привыкать. Денис! Денис, а зачем ты курить начал? Рано тебе еще, внучек. Ну так, понарошку. Брошу. Все, бабуля, пошел. Дружок! Где ты? Дружок! Ай, красавец! Дружок! Живой. Напугал ты меня. Я уже не знаю, что передумала. Господи, да за что же мне такое?
Косить без меня вздумал. Чужую делянку выкосил. Хабенью хавой поднимет. Сначала Михаил, отец твой погиб, потом мамка твоя. Степан, я тебя прошу, не гоняйся за ним, убьет он тебя. Он смеется надо мной, плюет на меня. Не надо, внучек, он сам себя накажет. Слабак, сопляк. Заснул, как маленький ребенок. Слышь, вояка, не лез бы ты в это дело. Без тебя разберутся. Окунувшись в воду, сухим не выйдешь. Мужики! Привет, бегаем? Своры! Здравия желаю! Опа! Давай, давай, пап, давай мне! Забирай у него! Играем, играем! Опа! Давай! Оп. Ах ты, мазила! Играйте без меня! Здравствуйте! Дядька Чейз дома? Случилось что? Ничего не случилось, мне с ним поговорить надо. Чейз, к тебе пришли. Суворов, сними мяч. Дядька Чейз, ты мне обещал рассказать кое-что про Метока. Запомни, Суворовец, ты у меня не был, ничего не спрашивал, а я тебе ничего не говорил. Видишь голодранцев? Мне их вырастить надо и в люди вывести. Подожди. Дома его надо искать. У него такие схроны, что любые собаки сдохнут от маскировки. А по болотам не шастай. Пустое. Thank you.
Эндехок. Вот и черт, а? Напугал. Все шуткуешь? А ты все постреливаешь, Чисик. Куда деваться? Семью кормить надо. А так, лось пройдет или кабан, мясо будет. А если человек пройдет? Что тогда? Человек пускай под ноги смотрит. Твоя? А хрен ее знает. Пойди разбери. Печать у кого? У тебя? Я отказывался. Да убери ты эту дуру. Солдаты когда придут? Я знаю. Капитан сказал, сами разбирайтесь. Давай разберемся. Давай. Ты Степана зачем убил? Я? Ты чего, нет? И зачем мне его убивать? Да убери ты эту чертову гранату. Да не убивал я Степана. Я знаю, тебе справка нужна. Нужна. Ты печать ей наставь, и мне больше от тебя ничего не нужно, понял? Понял, понял. Я тебя сам найду. Ты, главное, не тяни. Сегодня все сделай. Да понял я. Растяжечку прибери, а то сам в нее попадешь. Мама, никто не приходил? Нет, никого не было. А что? Ничего. Никто не видел. Нет. Кадет сел на хвост. Да я его обманула. Молодец. Нет, так послушай. А? Тебе нужно где-то переждать.
отсидеться подальше от деревни. Ань, я сам знаю, что мне делать. Если они поймут, что ты исчез, они забудут про тебя. Они перестанут сюда ездить. Эти забудут, как же. Господи, как мне надоело прятаться. Я просто хочу спокойно входить в свой дом. Ни от кого не таясь, как вор. А я по тебе деток нарожала. Аня, я скоро уеду. Куда? В Россию. Ты что? Ты что, ты с ума сошел? Добровольно в Сибирь? Не в Сибирь, на Урал. На Западном Урале в Губахе строится химический завод. Не хватает рабочих рук, вот и все. Нужна только справка с места жительства. Через полгода дадут паспорт, семью разрешат привозить. С жильем помогает, ну, в бараке на первое время, но... Откуда ты все это знаешь? Друг у меня есть, Кинцфатер, немец поволжский. Мы с ним против фашистов воевали. Приехал сюда за семьей, меня зовет. Меток. Меток, а ты возьми меня с собой. Нам вместе легче будет. Аня, мне нужно, чтобы ты осталась здесь. С мамой. Она одна не выдержит. А я... Я выдержу. Аня. Меток. Меток. Аня. Меток, забери меня. Забери. Мы вместе выдержим. Мы все-все-все вынесем. И потом маму заберем. Конечно, заберем. Конечно, конечно, заберем. Меня. Конечно, заберем. Я же вас одних никогда не оставлю. Меток, ну поехали в Польшу, в Литву, в Германию. Ань, послушай, мы с Запада никогда не вернемся домой, понимаешь? А я дома жить хочу. Хватит, наишачились на пана уже. Литовцам я нахрен не нужен, а немцам и подавно. Не той формы черепок, не той расы. А в России? В России много наших. Да язык понятен. А меня не Эй. Меня Анной зовут. Где он? Думаешь, я не знаю, куда ты ходила? Я все равно его найду. Где бы он ни спрятался. Трус он. Не говори так. Он не трус. Он ушел. Нет его. Я тебе не верю. Ты поверь. Поверю, когда получит свое по заслугам. Глупый ты еще. Ничего не понимаешь. Стой! Я тебя спрашиваю, где скрывается предатель родины Мечислав Хабенок? Никогда он не был предателем. Запомни это, кадет. Я спрашиваю, где он скрывается? Я здесь, кадет. Обещал, нет, пожалуйста, остановитесь оба, уходи. Замолчи, пошла в дом. Анна, беги.
папа. А что? В лесу стреляли. Я видел, он в лес пошел. Последний раз тебя предупреждаю. И слушай меня внимательно, кадет. Дядьку я твоего не убивал. Я сам хочу знать, кто это сделал. Все, отстрелялись. Бежим, посмотрим. А ну вернитесь, партизаны. Быстро домой. Кому сказала? А то отцу все расскажу. Быстренько домой. Нет, ты... Нет, где ты? Где ты? Нет, нет. Помогла. Лучше бы тебя не было. Да ты сам виноват. Не надо было за ним бегать. Я виноват? Я? Холера ясна. Что? Все! Нет, уйди! Пистолет. Нет! Ты еще будешь ползать. Была бы ты мужчина, Ив. И что бы ты сделал? Ты бы мог меня убить. А ты бы... Ты бы смог. Не я первый стрелять начал. Матка Буська, да нельзя же все время стрелять. Ты понимаешь, что у меня никого, кроме него, нет? Если его застрелишь, то и меня стреляй. Не могу я без него жить. Я на колени перед тобой стану. Да пошла ты, психованная. Ты совсем одурел. Тебя научили размахивать этой железкой. Ты думаешь, что ты все можешь. Все знаешь, да? Да, я знаю. Я все знаю. Твой меток – убийца. А ты? Ты не убийца? Я его убью. Не я, так другие. Смолчи.
Он поговорить хотел с твоим дядькой. По-хорошему. А не стрелять. Я в училище думал. Нет отца, так хоть дядька есть. У половины пацанов вроде вообще никого не осталось. Теперь и у меня. Не убивал он. А кто же тогда? А кто убил? Тому и ответ перед Богом держать. Я найду убийцу. А если бы я убила? Почему не отвечаешь? Меня с женщинами воевать не учили. Как ты думаешь, что будет? Дождь будет. Поте лица, значит, председатель. Товарищ капитан, здравия желаю. Здорово, честь, здорово. Промокли? Есть, маленько есть. Трудимся. Сенокос, а тут льет и льет. Понимаю, понимаю. А это для кого? Для Ходенко справочка? Да я... Правильно говоришь, правильно. Надо, чтобы он из норы-то вылез. Ты где его ждать, говоришь? А хрен его знает. Может, здесь. А может, и дома. Все-таки честь. Где его ждать? Где печать, туда и придет. Вот. Со своим войском объявился. Метока ищет. Где они? Где-то в засаде. Меток где? А хрен его знает где. А чего ты боишься? Придет ко мне сегодня за справкой. Вы что, договорились? А, сейчас. С ним договоришься. Сказал, сделай, я приду. И ты сделал? Делал. Капитан в курсе. Thank you.
Я же говорила, что он придет. Не мог он уехать. Не попрощавшись. Переоденься, сынок. А то простудишься. Сейчас самовар поставлю. Чайку с медом попьешь, как ты любишь. Баньку бы. Поздно. Кому какое дело? Моя баня. Когда хочу, тогда и топлю. Сынок, ты слушай свое сердце. Ты делай так, как оно тебе говорит. Ты на меня не смотри. Доживать свой век я буду здесь. С Богом. Наверное, не появится, нет. Нюх у него собачий. Может, его уже там давно дома взяли? Мы сидим тут, ждем у моря погоды. Может и так. Оно бы и лучше. Не дергайся. Оружие на землю. На колени. На колени. Зараза.
Товарищ капитан, она ранена. Курсант, давай в дом ее неси. Давай, курсант, в дом ее неси. В дом. Анна! 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 Товарищ капитан! Товарищ капитан! Схрон у него здесь! Глухой номер! Мечислав, слушай сюда. Напрасно ты это. Но все равно ведь возьмем тебя. Лучше сдайся! Чейз, пойдем домой. Да погоди ты. Курсант, уводи людей! Нечего им тут делать. Дениска, слава богу, живой. Ах, господи, господи. Да что же это такое? Дениска, пойдем домой, пойдем. Денис, пойдем домой. Без тебя разберутся. Денис. Денис! Куда ты прешь? Тебе что, жить надоело? Мне надо с ним поговорить. О чем? Он знает о чем. Да? А если он тебя прибьет, тогда что? Если бы он хотел, он бы меня давно убил. Медик! Не стреляй! Это я, Денис Мешко! Кадет! Поговорить надо! Не надо туда, Мария! Денис! Денис! Не ходи туда! Да отстань же ты! Денис! Слышишь, кому говорю? Не ходи туда! Я кому сказала? Вернись сейчас же! Не стреляй, это я, Денис. Послушай, что ты все время под ногами путаешься, а? Ты чего пришел, кадет? Подослали. Это ты виноват. Это все из-за тебя. Ты гад. Гад. Что с ней? Что с ней, я тебя спрашиваю? Ее застрелили. Кто? Не знаю. Может, твоя пуля ее убила? Где она? В доме, с матерью твоей. Дверь закрой. Курсант, отзовись. Курсант. Может, она просто сознание потеряла? Нет. Она глаза открыла и хотела что-то сказать. Что? Не знаю. Thank you.
Идите к сыну и скажите, пусть выходит. Мы его все равно возьмем. Вы хотите, чтобы ваш сын остался жив? Идите и уговорите его сдаться. Он пацана может угробить. Если ты этого не сделаешь, то я тебя застрелю, кадет. Ну что ты, сопляк? Я же страшный зверь. И нет места на этой земле. А, кадет? У тебя ведь пистолет с собой есть. Или патронов нет, а? Ну так возьми мой автомат. Ну давай, кадет. Это же твой долг. Ты пришел исполнить свой долг. Ну так давай, исполняй свой долг, кадет. Исполняй свой долг. Курсант! Слышишь? Курсант! Выходи! Выходи, я сказал! Слышишь? Иди, кадет. Они ждут тебя. Нет. Они ждут тебя. Я ведь сколько себя помню, все война, война. Отца совсем не помню. Ушел на фронт, я еще маленьким был. Сначала видел, как другие стреляют, потом вырос, сам стал стрелять. Но только чтобы защититься. Я никого не хотел убивать никогда, понимаешь? Когда немцы пришли, я на пана работал. Сбежал в лес. Сначала один шастал. Потом к партизанам. Мы с немцами за хутор за один бились. От него потом одни руины остались, но хутор отстояли. Собрались уходить. А я последним шел мимо этих развалин, слышу. Стон какой-то тихий. Анну-то я из-под самых этих развалин и вытащил. А у нее там вся семья осталась, кадет. Притащил ее в отряд. А меня еще и обругали. Мол, самим жрать нечего. Зачем она тебе, брось, ты ее не жилец она. А мне ее жалко, понимаешь? У меня схрон в лесу был. Я ее туда отнес. Пайку ей свою отдавал. Потом на отряд напали немцы. А меня обвинили в предательстве. Видели, что я по ночам куда-то шастаю. Потом была армия Краева. Меня ранили. Тут уже Анна меня выхаживала. Вот так и прикипели друг к другу. Потерпи, миленькая, потерпи. После войны я пришел домой, а там НКВД. Никому ничего не докажешь.
И не было у меня больше другого пути. Только Анна. Жизнь ее стала моей, понимаешь? Родителей твоих, царствием небесное, я не мог убить. Меня самого тогда с того света доставали. И дядьку твоего Степана я тоже не убивал. Я его о помощи просил. Все-таки ж не чужие люди. А тогда кто? Не знаю. А понапрасну говорить не хочу. Верить я людям перестал. Да и они мне. Ладно, иди, кадет. Скажи им, выйду я. Денис, если есть любовь, то это главное, слышишь? Самое главное. Ради этого стоит жить. Брось пушку. А то сам стрелять начнешь. Начнешь. Вопрос только в том, кто первым нажмет на курок. Ты ведь уже пострелял, знаешь? Моя профессия — родину защищать. Родину защищать и стрелять в соседа, который иначе думает, это не одно и то же. Запомни это, парень. А если сосед при... Все. Иди. Денис, тебе что, жить надоело? Бабушка, иди домой. Не стреляйте. Дайте ему время. Он выйдет. Патроны где? Я их выбросил. Куда? Не помню. Скоро приду. Куда? А ну, давай отсюда. Жива. Анна, ты жива. Эдик, где? Где он? С ним все в порядке. Не... трогайте. Не трогайте его. Руки вверх. Руки вверх. Твоего дядьку. Это неправда. Зачем ты на себя наговариваешь? Не бери грех на душу. Я люблю его. А как же я? Мы же с тобой... Это другое.
прости. Анна? Анна! Доктора! Анна! У него граната! Кто стрелял? Кто? Это он пошутил. Так, пошутил. Доктора! Быстрее, доктора!